выиграл на последней секунде. Браво лидеру серии А. И Пирло, конечно, гений. На этом все, друзья. Уже прозвучал финальный свисток, это понятно. Как будто они выиграли Лигу чемпионов, межконтинентальный кубок. И все до единого получили золотые мячи. Так радуются победе над аутсайдером. Потому что дело не в статусе, а в той драме, в той энергетике, которая есть сегодня. Живем там и сейчас, а не когда-то там, не в истории. Вот он, этот человек, который мог просто пихнуть мяч куда угодно. А в итоге организовал гол Ювентуса. 2-1, победа Юве, он лидер. Комментировал Александр Шмурнов. Спасибо за внимание. До новых встреч на НТВ+. Arrivederci.